Новый год – пора чудес и волшебства, но не все задумываются об опасности, которая может испортить праздник и даже привести к трагедии. Чтобы такого не допустить, ежегодно сотрудники МЧС проводят республиканскую акцию «Безопасный Новый год». В рамках первого этапа спасатели проводят беседы с лицами пожилого возраста. В преддверии новогодних праздников спасатели Солигорского района желают жителям нашего района, а также гостям провести Новый год, самое главное, безопасно, ну и весело. Ну а в случае чрезвычайной ситуации необходимо напомнить, что номер пожарной службы 101 или 112. Чтобы информация была не примитивной и интересной, ее подавали в форме игр, викторин и других интерактивов. Так каждый участник провел время не только полезно, но и весело. После гостям раздали буклеты-памятки о правилах пожарной безопасности.